Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, а также просто зрители моего канала. С вами я, принц Юриэль. И сегодня я бы хотел рассказать о таком происшествии. Как вы, наверное, я думаю, все знаете, что в Москве, а точнее, если быть в Подмосковье, в районе, который называется Орехово-Зуево, случился... Я даже не знаю, как это назвать. Но скажу так, что случилось такое ужасное происшествие. Взрыв, ну, по официальной версии, газа в одной из квартир. Вот, в результате чего обрушился весь подъезд. Ну, начиная с первого, заканчивая пятым этажом. Там прямо видна крыша. И вот, ребят, что мне хотелось бы здесь сказать. Ну, во-первых, конечно, официальная версия говорит о том, что это произошел бытовой взрыв, ну, взрыв бытового газа, и что это произошло по причине неисправности газа, вот этих отводных путей, ну, или как там написано, что неисправность газовых колонок. Ребят, я не очень силен в технике, да, вот мастера вы, дорогие друзья, с газом я не на «ты», как и, впрочем, с электричеством тоже. Поэтому, ну, как бы вы мне напишите, да, что такое газовая колонка. Это газовая плита или все-таки газовая вот это вот, ну, скажем так, вот то, что находится на улице, да, вот эти вот огороженные как приспособления. Вот, я не знаю, что имеется здесь в виду. Ну, в общем, неисправности, я так назову общими терминами, это неисправность газопровода. И, с одной стороны, в принципе, здесь нету никаких противоречий, да? Ну, в принципе, понятно, что это может быть неисправность как в самой плите, так и неисправность вот в этих, как сказать, таком комплексе газовом на улице. Не знаю просто я вот этих механизмов, да, я не мастер, я как бы далек вообще от этой инженерии, но могу сказать, что, допустим, произошел, была неисправна вот эта газовая проводимость, и произошел от этого взрыв. Ну, может быть, еще, конечно, что-то накуролесили жильцы, может быть, там с газовыми баллонами как-то баловались, вот с этими большими. Приносят газовые баллоны, я не знаю, зачем их приносят. Вот, у меня даже, как только я вспомню про вот эти огромные газовые баллоны, даже когда на праздник какие-то, я очень люблю, кстати, гелевые шарики, потому что я, кстати, сам очень люблю оформлять, очень люблю какие-то праздники оформлять, там, Новый год, 8 марта, там, допустим, вот, и вот у меня даже, вот, как только я вспомню, что гелевые шарики надуваются вот этим газовым баллоном, у меня, знаете, жуткий страх, просто паническая атака, как бы ни произошел взрыв, потому что я просто знаю, какие вот эти взрывы могут творить вот эти газовые баллоны, там, прямо все разворачивают, прям все прям наизнанку вот это железо толстое, чугунное, из которых вот эти газовые баллончики огромные. И как они взрываются, страшно представить, что с человеком будет, который рядом окажется. Вот, ну это все лирика, конечно, дорогие друзья, не хочется об этом думать, потому что это страшновато, честно говоря, для меня. У меня неокрепшая психика. Вот, но тем не менее, дорогие друзья, что мне хотелось бы здесь сказать. А знаете, почему я сомневаюсь, что это взрыв бытового газа? Потому что взрыв бытового газа, он, ну, вы знаете, не способен. Вот такая маленькая трубочка, ну, вот эта вот газоотводящая трубочка, вот эта вот, пускай даже длиной в 15 метров, пускай она там до самого там потолка, ну, крыши, то есть здания, она не способна разворотить прям вот огромный подъезд, причем двух крыльев, то есть и там, и там. Вот, ну, те, кто, может быть,
смотрел вот этот видеорепортаж, наверное, видят, что там, ну, скорее всего, два крыла подъезда, они пострадали. Тут оно бы по-другому бы немного, там бы неравномерно бы это все произошло. Может быть, и взорвался бы дом, но не с такими большими повреждениями, потому что обычно это все это в одной локализации бы произошло. То есть вот такая трубочка, как и, впрочем, газовая плита, ну, не способна создать такой огромный взрыв, в результате которого пострадает, собственно, весь подъезд, причем с той стороны и с этой, то есть двух крыльев. Я думаю, что это нечто другое было. Сейчас я вам объясню. Я думаю, что вы знаете, что произошел вот этот взрыв газа и в Магнитогорске в прошлом году, как вы помните, или в позапрошлом, я точно немножко в памяти, у меня немножко выпало, да? Но я думаю, что вы все знаете, что произошел в Магнитогорске, вот это ужасное событие, когда взорвался целый подъезд, причем там была девятиэтажка, ну, многоэтажка, то есть не пятиэтажка, а прям многоэтажка. И действительно пострадал весь подъезд вот точно так же. Вот прям как, знаете, настолько все вот прям обрушилось, целая колонна. И вот, вы знаете, что мне здесь хотелось бы сказать? А что это был не просто бытовой взрыв. Что это был, в этом есть какая-то закономерность. Вот обратите внимание, взрыв в Магнитогорске произошел тогда, когда была вот эта пенсионная реформа одобрена. То есть, когда пенсионное решение поднять пенсионный возраст, это было в 2018 году, естественно, вот это все было одобрено президентом Владимиром Владимировичем Путиным. То есть, Владимир Владимирович Путин утвердил эти все законопроекты, связанные с повышением пенсионного возраста. И после этого произошел взрыв, так сказать, газа. Сейчас другой момент. Зимняя вишня. Вот тоже интересно. Когда Путин переизбирался, да, когда были выборы, опять вот, это было тоже в 2018, но это было в марте. 25 марта произошла вот эта трагедия. Ну, условно назову пожар. Но я уверен, что это был поджог. Сейчас объясню, почему. И вот смотрите, проходит вот полгода, да, Путин снова президент, он вносит вот это вот, точнее, не вносит, а одобряет вот эти пенсионные, так сказать, эти поправки все. Люди, естественно, недовольны. Путин, рейтинг Путина, он падает. Рейтинг даже не Путина, а, наверное, всей вот этой, как бы назвать-то помягче, вот Единая Россия, то есть всей вот этой партии, которая, в общем-то, естественно, правящая партия. И для того, потом происходит вот этот взрыв. Естественно, рейтинг Путина, он повышается. Потом проходит сколько? Год. Естественно, люди по-прежнему вникают в эту ситуацию, они немножко оклемались от этого взрыва, да? Они понимают, что пенсионная реформа по-прежнему несостоятельна, и что год все выходят на митинг, очень много недовольных, очень многие, так сказать, выходят на вот эти мероприятия, там, пикеты. Естественно, их разгоняет Росгвардия и все такое, то есть, ну, там дело Голунова было, которому подбросили наркотики, также я освещу потом в следующем видеоролике. Люди также выходили, боролись за это дело. Вот, все это происходит в 2019 году. И вот в 2020, да, конец 2019, начало 2020,
Тут новая такая тема. Это поправки Конституции. То есть это обнуление сроков президента. Вот Валентина Терешкова выступила с этим. То есть, ну, понимаете, да? Она выступила с этим предложением. Но она, я так полагаю, что, вы знаете, я очень люблю Валентину Терешкову. Она мой любимый космонавт. Это замечательная женщина. Она действительно сделала, внесла огромный вклад в историю космонавтики. Это очень смелая, очень мужественная, великая женщина, которая сделала очень много. Я уверен, что ее просто подставили. Я уверен, что ее просто вот, ну, она не могла отказать. Здоровья ей, конечно, и чтобы у нее было все хорошо. Так вот, что я хочу сказать. Вот опять новое потрясение, поправки Конституции. Люди выходят на митинг, то есть они отвлеклись от пенсионной реформы, то есть они уже как бы начинают забывать по этому поводу. И снова вот эти поправки Конституции, люди снова выходят на митинг, а люди рьяно голосуют против этого, да, то есть там, не знаю, уже выходят на митинг больше, чем во время пикета против пенсионной реформы, против дела Голунова, когда вот... То есть, понимаете, да? И потом вот это случается, как вот коронавирусная вот эта волна, эпидемия вот этой, что вот границу закрывают, вот эта вот паника создается, да? И понимаете, в чем дело? Потом люди забывают немножко вот так вот, раз... забывают про поправки Конституции, что вот это проблема, что это вот как бы действительно нависла угроза, они переключаются сразу на вот это вот коронавирус. Какая опасность? Ой, что же делать? Надо что-то делать, да, надо прятаться по домам, надо сидеть дома, сидите дома. Там самоизоляция. Ну, понимаете, люди снова, так сказать, оказываются вот в такой ситуации, в таком положении, что это для них новое испытание. То есть они забывают про старое, они переключаются на новое. И потом, что происходит вот сейчас на днях? И на днях произошло вот, собственно, вот такая трагедия новая. Погибли 3 человека. В общем, взрыв газа в Орехово-Зуево. И, как вы понимаете, люди тоже так потихонечку переключается. Вот можно посмотреть видеоролик, как люди без масок уже теперь, ну, половина в масках, конечно, да, но губернатор, который примчался туда с Москвы, он почему-то был без маски, и его вот эта вот свита была тоже без маски. Вот странно, да, как-то, ну, как же, почему он нарушает карантин, почему же он не бережет ни себя, ни других? Очень странно как-то, да, ребят. Ведь это же нарушение закона, да, подскажите, какая статья там, ну, это уже административная статья, как минимум, да. Очень странно, да, и люди, как вот, ну, благо, что люди просыпаются, люди понимают, что это не просто бытовой взрыв, а что это, ну, как это, называйте, как хотите, теракт, диверсия, но это все рукотворное. Дорогие друзья, вот у меня такая мысль, потому что это все как бы чтобы человека, ну, как сломать его эмоциональную вот эту вот, я не знаю, как назвать, среду, чтобы нарушить его вот этот эмоциональный баланс, чтобы нарушить его вот это вообще социальное равновесие в целом, чтобы люди забыли, что у них, что они могут заразиться коронавирусом, что они могут подхватить вот этот вирусняк, и чтобы переключились сразу же вот на вот этот, ну, не знаю, как назвать, диверсию, вот эту трагедию, да, что, ох, погибли люди, да, надо что-то делать, надо это самое. Ребята, ну, понимаете, что это вот, это зомбирование людей. Это просто идет вот это создание, искусственное создание вот этого психоза, чтобы людей просто сломать их морально, ну и как следствие психологически, ну и понятно, что со всеми вытекающими, да, все болезни от нервов, как многие, наверное, знают, чтобы, естественно, люди просто, ну как, заболели там каким-то инфарктом, да, миокарда, вот, чтобы
Вот что вы думаете, ребят, по этому поводу? Напишите в комментариях, да, потому что, ну, вы знаете, люди уже начинают просыпаться и понимать, что это все, вот эти все, это все звенья одной цепи, то есть вот там зимняя вишня, да, там, значит, рязанский сахар, вот Магнитогорск, взрыв, там, поправки Конституции, пенсионная реформа, то есть сейчас вот взрыв газа, да. Еще можно, кстати, здесь как-то, ну, хотя я не знаю, здесь 2009 год, пожар, помните, в Хромой Лошади, клуб ночной в Перми, тоже погибли тогда, по-моему, 150 человек. Вот, пожалуйста, тоже, ну, может быть, какая-то тут есть вот эта многоходовочка. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но я так полагаю, что это все неспроста, что это все, ну, как бы, потому что вот даже взрыв бытового газа не способен нанести такой урон вот зданию. Наверняка была какая-то вот эта бомбочка, вот такая бомба, там, несколько тротиловом эквиваленте, я не знаю, это уже кто разбирается в этих, но могу сразу сказать, что вот, ну, не способна такая, ну, не способен бытовой газ сотворить такие, в кавычках, чудеса. Вот. Очень странно, что это все случается во время чумы, во время вот этой эпидемии. Представляете, это двойная, по сути, для людей нагрузка, это, по сути, двойная трагедия. То есть людей просто, мало того, что людей заставили сидеть по домам, так еще и дома их ожидала вот эта трагедия. Люди просто находятся в таком подвешенном состоянии, им некуда просто деваться. Ни физически, ни психологически, ни морально. То есть они сейчас вынуждены, во-первых, обречены просто. Они вынуждены на улице быть, вот со всеми людьми, то есть забыв о том, что сейчас эпидемия, сейчас можно вирусом заразиться. И я уверен, что они могут действительно что-то подхватить, какую-то заразу, да? И они сейчас будут на улице, по сути, квартиры, я не знаю, дадут ли им, неизвестно. Вот, ну, обещают, что дадут, но неизвестно там обычно, знаете, сами обещают, а могут, так сказать, не дать квартиру. Вот, то есть, ребят, вот давайте одумаемся все-таки, да, вот, что все-таки сейчас происходит. Не должно такого происходить. Трагедия вообще не должно происходить. Это все делается, я не знаю, кем. Не хочу никого сейчас обвинять. Но это все делается по наводке тому, кому это выгодно. Это нечистые на руку люди. Очень нечистые. Всем спасибо, кто меня смотрел. Пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Увидимся в следующем видеоролике. Кстати, друзья, завтра я обязательно буду снимать видеоролик про Влада Бахова на эту тему. Вот. Годовщина, один год, вот как пропал наш замечательный юноша, как, собственно, у меня нету слов. Ну, в общем, об этом в следующем видеоролике. Ну, а я с вами прощаюсь на время и до встречи.